Друзья, я все еще нахожусь в деревне, снимаю на открытом воздухе. Короче, по дороге тут у нас сверчки у нас тут стрекочут. Мы сейчас рассмотрим серию Home Animations. Так. Довольно быстро выпустил продолжение этой сюжетной линии. Удивляет меня. Так, изучают. Угу. Угу. Так, 5 сек. Ладно, так, продолжаем. Забавные зверюшки. Ага. Впервые вижу таких. Это технодемоны. Но они первый раз их видят, разумеется. Как думаешь, они тут случайно или нет? Нет, конечно же. Что же? Нет. Конечно же, нет. Кто это сказал? Покажись, трус. О, сейчас будет владыка технодемонов, да? Да. Дерзко. Дерзко. Я проверял вашу силу. Вашу силу. Вижу, мы способны, ребята. Ребята. Присоединяйтесь ко мне. Зачем нам это? Мы больше никому не служим. Да, проваливай, пока проваливай. Мы тебе не наваляли. Ему навалять? Ничтожество. Знаете свое место. Знаете свое место? Кыш отсюда. Я вас сейчас аннигилирую тут. Че он там? О, нифига себе, он сферу их заточил. А, он их сжимает. Я захочу. Я вас раздавлю, как букашек. Букашек. Нормально он так сжимает их. Что Всё. Значит взорвали башню? Что значит взорвали? А, узнали. У меня дела, господа. Я еще вернусь. О, нифига. Подумайте о моем предложении. Подумайте на моем предложении. Ну и... Он их реально чуть не сдавил. Так, металл для морка. Плавить, плавить, плавить. Ага, все, опускаем. Ну хотя, зачем ему металл? Он же сейчас сам по себе восстановился. Ну может до чего-то другого металл пойдет. Опа-на, портал. О! Some work. Так. Мехвод. Привет, привет. Давно не виделись. ЧСМГ. О, чего? Зачем он тебе? Нам потребуются все силы для борьбы с технодемонами. Ага. СМК сошел с ума. Украл посох и напал на меня, когда хотел вернуть память КВ-6. Ага. А кто создал посох? А кто создал посох? А. Ну, я? Я? Чего? Ну, вот тебе и разгребать. Ну, тихо. Тебе и разгребать. Ладно, ты прав. Я заварил эту кашу и подтолкнул его к безумию. Подтолкнул его. Ну, хоть признал отчасти. Портал открывайся. Ну, правда... Эти... Я не удивлюсь, если они его уничтожат. Они уже давно не здесь, как бы. Ага. Разорвали его. Пасть открывайся. На поверхность выезжай. Там они сейчас находятся. Вы недалеко даже. Чё, каменные танки какие здоровые, а? Опять монстр тут что-то забыл. Чего? Черт, что с тобой стало? А, тут, опа, эпическая музыка. Кыш отсюда. Ну, пожимай плоды свои, безумие. Бычка. Портал, открывайся. Бах. Ярость профессора. И я уже про превьюшки вижу открытие. Профессор стреляет. В первый раз за весь сериал. А может не в первый раз. Так, забываю. Ну тут в принципе я думаю ничего важного не пропустил. Так, opening.
И как они спускаться будут? Порталами, что ли? Дна не видно. Назад. О, портал сейчас. О! Нифига себе, нормас. Не полностью, не полностью. Ага, все. А Левиафан сказал, что портал работающий. А, он уже так видит. Так. Угу. Жарко очень. Два солнца как никак. А, ну или просто устали. Так. О, кактус. С красными цветами. Чего? Может, тут вода будет, а? Ой. Ну, как я говорил, это кактус. Опа, красные кристаллы. Что за? А это что такое? Тик-тик. Опа-на. Они создают вибрации, от которых... Ярость просыпается? Серьезно? Ох ты ж! Чего? Профессор стрелять умеет? Я, пожалуй, отъеду. Так. Чё? Надо за зону 10 кристаллов лицами кристалл уничтожить. Остановитесь. Я ещё не подметил анимацию рта при выстреле. А. Стоять. Может, это кристаллы? Шмаляй по ним. До свидания. И? Не, серьезно? Продолжает? Чего? Отстань, отстань. Еще одни кристаллы. Хм. А прикиньте, если эти кристаллы как мутаген. Повторное действие снимает эффект. Да. Ой, извиняюсь. А вдруг из этих кристаллов и произошли эти мутагены? Красные кристаллы. Мутаген ярости. Правда, еще у этого мутагена пушка увеличилась, а этот просто делал его агрессивным. Может, другие кристаллы найдем? Старый боец возвращается. И, походу, Т-26 вернулся. Вторая жизнь легенды. Хотя это, по факту, не вторая жизнь, это третья, учитывая то, что КВ-44М2 был как бы слиянием мозгов и ТГ-5, и вот как раз Т-26. У нас прямо с конференции заканчивается все. Та-да-да-да-да-да-да-дан. Все. Так. Что дальше? Надо создать новый КВ-44. Ага. Мои инженеры... О! Китобой! Китобой. К сожалению, все чертежи и опытные образцы утеряны в битве, и быстро создать КВ-44 с нуля нет возможности. Серьезно? Не-не-не, так не сможем. Что же делать? У нас тоже нету чертежей и образцов. Все погибло в последней битве на Курской дуге. А, это Курск был тогда? США. Чего? У американцев... Есть одна идея.
Я припоминаю, что в свое время американцы сфоткали план чертежа КВ-44 и сбежали с ним. Угу. То есть ты знал об этом все это время? Свяжите меня с Америкой. Ага. Какие тут контакты, а? Для каждого союзника буквально. Так. Там у них... Они вы как раз-таки зомби-апокалипсисом там сажаются. И уже покончили. Чего? Что сказали? Сказали, что у них ничего нету. Нету. Они чё? Врут. Конечно, врут. Я пошлю своего лучшего агента на это дело. Лучшего агента? Мы тоже выделим свой танк. Танк. О! Эл-трактор. Не, не ты. Ты. Страшно, вырубай. Мама мия. Привет. Хорошо. Но только одного. Одного. Небольшого размера и тихий. И тихий. Тихий, сразу видно. Фейспаун. А кого ж у нас тут? У нас есть возможность создать Т-26. Т-26? Его память была в КВ-44. Если она осталась целой, мы справимся с этой задачей. Даю вам пару дней на решение задачки. Так. Сколько тут мух, а? Так. Так, вот то, что осталось от КВ-44 после взрыва. Так. Осматриваем мусор. У него же вроде как был брат, уже Т-46, нет? А его послать нельзя было? Бинокль. Серьезно? Башня отлетела. Эй, сюда. Так. Это... Ну, по виду похоже, как основная башня. Откроешь? Легко. Так. Память! На кассетах записано. Ну, какие тут технологии, однако. Один. Сто. Все перегружено. А не как в Хорсе было? Черт, давно пора. Опа-на. Так просто. Свобода ждет. Черт, давно пора. Путешествие монстров, зов психученого и спасение чего-то там. Так. В предыдущей серии, интересно. Так. Что вообще какие-то рандомные серии показывают? Вот. Он сейчас, получается, едет к своей семье. В очередной раз. Так. Вышел. Осмотреться, а тут у нас домик. Ой, это его сын, что ли? Сынуля, все, пошли. Все, поехал дальше. А он тут с куколкой играет. Чего? Папочка. Папа вернулся. Сейчас обнимай, пойдет. О, нифига себе, волосы. Кого-то она мне напоминает, персонаж какой-то игры. Саман или как там ее зовут? О, в обнималки пошли. Ну, нифига у нее ресницы, а. Вы живы? Как же я рад. Ну, тут появляются их на демоны и говорят вам, вам конец. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Легкие. Он живой? Так. Папа, что это?
Это... Быстрее, все в дом. Я разберусь. Я разберусь. Хорошо, я пошел. Матери, как я понимаю, никто слова не даст. Так. Ты, главное, доберись. Ну-ка, успеют они первые или нет? Так, сейчас зай... Опа, откинули. И гуся снесли. Такс. Ну и... Все, его сейчас уничтожат. Так. Чего? Не понял. А как он жив? Ну, прям все точно так же. А когда выстрел с крупного делся? Чего? Мне кажется, он уменьшился. Раньше он покрупнее был. Так. Что? Им не нужен египтян. Приезжай немедля. Я знаю, как это все остановить. Ага. Хочешь спасти свою семью и этот мир? О семье не беспокойся. А. Этот монстр их защитит. Ясно. Черт, этот безумец все еще жив? Безумец? Что ему от меня надо? И как же он меня нашел? Неужели где-то во мне или у семьи есть жучок? Чокнутый псих. Сейчас, сейчас как тебе... Я все слышу. Ты... Я тебя жду. Конец связи. Конец связи. Такс. Папе надо ехать. Он должен спасти мир. Чтобы вы жили под мирным небом. А этот монстр вас защитит, пока меня не будет. Ясненько. Жена, вы там поговорите, там пару слов. Сам учитывая то, что это именно безумие сотворил, учитывая то, что он боялся своего творения. Сейчас плачет? Да. Только вернулся. Так. Все, поехал. Ну, в принципе, с Италии до Египта не так далеко. Порт 5 километров. Ну, тем более. Так, все, поехал с Италии, он прямиком в Египет. Все 5 минут длится? Ну, почти. Все, вот и Египет. Там, сколько я знаю, должно быть нашествие этих штучек. Битва двух братьев. Судьба по битам. Так. У нас опять продолжение про Азерот. Анимашн Фокс ВПМ часто решил добить эту ветку, судя по всему. Бедного Левиафана там избили. Ай-яй-яй. Походу, я что-то лишнее мотнул. Так, сейчас продолжим. Так. Блин, ломает его, судя по всему. Пли. Ай, Левиафан. Да. Рад, ты вообще бешеный теперь. Ну, хотя это... Поговори со мной. Со мной. Я включил ему иллюзию. Я включил ему... Его мать жива. Его мать жива. Их жизнь прекрасна. А, да? А разве тут ему быка не взорвали? Давай еще. Давай еще. Это что у нас воспомин... Это как было... Я досада. Брату наплевать на брата. Ой. Просто нам мешает какая-то... Знаешь, как бы это помягче сказать? Тварь. Злобная тварь. О, да. Молодец. Танкуй, Левиафан. Чё ты пушку сломал? Знаешь, что делают злобные твари? Откуда он это достал? Не знаю. Отбивные? Отбивные. Ай-яй-яй.
Левиафана сейчас изобьют. Нифига его избили. Он еле на ногах стоит. Ты сдохнешь или нет? Это как сражение с утилизатором. Левиафана очень тяжело убить. Если ваше убить. Извинись, я убью тебя быстро. Умная. Что? Что? Умная. Я не слышу твое прости. Прости. Я говорю, взломная тварь. Чего? Достал? Нет. Нет. Что? Нет. Чё? Ты не убьешь моего брата. О, Рата, молодец! Молодец! Давай! Что я сделал? Давай! Это не ты. Это не ты. Это моя вина. Господи. Где эти кольца? Какие кольца? Ты победил, Рата. Это еще не конец. Давай, Рат. Именем первопроходца-утилизатора. Давай. Призываю открыть врата в забытый мир. Чего? Не делай этого. Прости меня. Я люблю тебя, брат. Все. Рата решил. Этого. Давай, прыгай. Нет. Не дают мне прыгнуть, подтолкни. Подтолкни. Помните судьбу Раты и Левиафана, который предсказал колдун? Типа, он должен столкнуть Левиафан. Типа, Левиафан скинул Раты в пропасть. Походу, так и будет. Ты одержал верх. Господи, как мне не привычно на этого Левиафана нет, смотреть. Он разрывает меня изнутри. Помоги мне, брат. Давай, прыгай. Помоги, брат. Ай-яй-яй, давай. Толкай! Брат, последний шанс. Левиафан! Не хочет. Нет. Люцифер! Кто-нибудь там, на помощь! Я так и думал. Отлично! Пока, неудачник! Все! Господи! Я надеюсь, его починят, просто мне так... Господи, бедный Левиафан. Потеряв руку... Подняв руку на брата, ты уже никогда не станешь прежним. Левиафан. Именно какой это Левиафан говорит? Левиафан, который его отец? Левиафан, который он сам? Или Левиафан, который хранитель еще? Окей. Ох, капец напряженно было. Ну, слушайте, мы уже, получается, от Ратты, получается, мы как бы избавились. Ну, как бы неформально. Его просто изгнали в другой мир. Ох, жестко.